Здрасте. Добрый вечер. Так. Сори. Отлично. Едем без мужиков. Как вас вы? Приставать не буду. Билеты? Билеты. Пожалуйста. На стол потом положите. Не-не-не, вот он, вот он. Так. Так, слушай. Я сейчас в ресторанчик пойду. Ты дверь не закрывай, ладно? Угу. Так. Опа. Ну, пока. Дверь заприте, пожалуйста. Заперла. Так, не понял, чек. Спокойной ночи. Сумку не видели, а? Какую сумку? У меня сумка пропала. Там все, там деньги, документы, все. А я тут при чем? Ё-моё. Так и моей сумки нету. Я же вам сказала вчера, заприте дверь. Так я заперла. Ну, правильно, вы сначала заперли, а потом вас позвали, и вы ее открыли. И чё? А то, что потом вы ее не закрыли, и все, теперь нас ограбили. А вы-то чё ее не заперли? А я, между прочим, пыталась заснуть. Ну чё, заснула? Поспала? Значит, вы говорите, ваша соседка открыла дверь и договорилась о чем-то с мужчиной? Нет, вы не так поняли. Ты чё, тупой? Данные в паспорте. Паспорт в сумке. Сумку украли. А дверь, значит, не заперла? Слушайте, я не знаю. Я лежала лицом к стенке. Где живем? Тогда понятно. В Йобурге. Место проживания полностью. Екатеринбург. Нет, заказами налево. Да там увидишь. Цель приезда в Петербург. Да просто так. Просто так не бывает. Слушай, ты будешь сумку мою искать или нет? На тебя приехала посмотреть на героя. Так, заявление мы у вас принимаем. Только учтите, что это кража, а не утеря. И это будет долго, и вас будут к следователю вызывать. Паспорт – одна штука, деньги – 35 тысяч, телефон мобильный Nokia – одна штука, кредитная карта Visa, фотоаппарат, помада губная и две упаковки презервативов. Все? Все. Вы, главное, гондоны мои найдите, пожалуйста. Здравствуйте. Я гражданка Воронцовой. Так, вот здесь вот подпишите. Угу. Можете идти. Спасибо вам огромное. А что это вы ее отпускаете, а меня нет? С тобой будем еще разбираться. А что со мной разбираться? Меня же, как и ее, обворовали. Так, может быть, ты обворовала? Может быть, тебя там сообщник ждет, с которым ты всю ночь беседовала? Какой сообщник? Это она вам, что ли, там наговорила? Я...
Я же вообще такого не говорила. Я сказала, что постучали, а она открыла, потом закрыла. И вот это я имела в виду. Ты бумажки взяла? Да-да-да. Так что происходит-то, я понять не могу. Я тебя сейчас вот туда посажу, чтобы ты немного охланула. А потом с тобой будем беседовать. Даже искать никто ничего не будет. Ты рожи эти видел? Потому что сколько раз тебе было сказано. Езжай с Апсаном. Сэкономила 2000, молодец. Слушай, подожди меня здесь, а? Я так не могу, подожди. Лиза, я сейчас, ты чего, Лиза? Я там машину черти как припарковал. Хватит! Ну что за фигня? Отпустите ее! Все, никаких заявлений, никакой кражи не было. Это вообще моя подруга. Так, все. Садимся и пишем заявление об утере. Хорошо. Да. Давайте. Ой, тебе прям такое спасибо. Если б не ты, вообще не знаю. Ну чё, что я на ты? А у вас вообще в Петербурге кто-нибудь есть? Да. Да не, я просто позвоню, чтобы мне деньги в Western Union выслали, и сразу уйду. Я найду, где перекантоваться. Вам и так огромное спасибо. Да как же вы деньги получите, если у вас документов нет? Ты ее сразу прописывать будешь или сначала на работу поедешь? Может, хватит, а? Раз уж я у вас до завтра, вы заприте меня, чтобы вам спокойнее было. Что, ну как можно забирать человека? Да заприте, я вам говорю, он же вам весь мозг вынесет. Завтра деньги получим, я с вами за все рассчитаюсь. Да вы что? Запри, она правильно говорит. Вы его не слушайте, у него просто дурной характер. Все, располагайтесь. Ой, да, пожалуйста, и не бросайте бумагу в унитаз, там рядом ведро. У нас просто очень старые трубы, ладно? Салат овощной, куриный бульон и сосиски без гарнира. Любовь моя, ты подписала? Что подписала? Письмо в защиту Ходорковского. Ты не слышала? Его опять в ШИЗО отправляют. Овощного нет, остался только столичный. Вот сволочи. Я в Москве была, не знаю. Дайте, пожалуйста, столичный. Иди подписывай у Наташи. Слушай, ну сейчас поем и подпишу. Сосисок тоже нет, пельмени. Ну, давайте тогда пельмени. Только полпорции. Слушай, Аленчик подписал? Подписал. Не сразу, конечно, но подписал. А вот Гаврилова отказалась. Кто бы сомневался. Так вот, мы сегодня вечером на кафедре собираемся. Теперь для того, чтобы уже писать письмо по поводу Гавриловой. Надо, чтобы ты рукой мастера прошлась. Слушай, я сегодня не могу. У меня человек дома ждет. Подождет твой человек. Ты понимаешь, что это последняя капля. Она нам откровенно, цинично на голову срет. Приятного аппетита. Я уж тебя жду-жду. Боже мой, какая роскошь! Откуда все это? Это что, моя плита? Чайник. Я его просто не узнаю, слушайте. А пирог из чего вы сделали? Ну, из чего нашла, из того и сделала. Ну, мне просто как-то даже неловко. Ну, давайте хоть за вином сбегу. А я сама. Дай-ка мне лучше денег и скажи, где. Ты же целый день работала. Ну что же, вы прям так пойдете? Так, ты переодевайся. Угу. Мой руки. Угу. Где тут у вас далеко? Да нет, это внизу. 24 часа. Угу.
Я тебе забыла сказать. Я тут, походу, что-то нахулиганила не то. Надо было сухой тряпкой, наверное, а? Это Тишлер был. В смысле? Художник такой. Дорогой? Очень. От дедушки остался. Слушай, ужас-то какой. Чё, прям совсем дорогой? Типа миллион? Ну что, ну все, буду тебе выплачивать теперь всю жизнь. Да нет, я сама виновата. Месяц назад стекло разбилось, надо было сразу и вставить. Лис, извини меня, а. Слушай, ну что тебе все, одни проблемы от меня только? Да нет, ты не виновата, ты же не знала. Ну, пойдем выпьем, а? Пойдем. Ну. А что, муж не придет сегодня? Так это бывший муж. Мы уже 3 года в разводе. А, ну и правильно. Не нужен он тебе, не твой человек. Почему ты так решила? Да видно же, я же ведьма. У тебя глаза сейчас такие, что скоро-скоро другой мужик будет. Когда он от меня ушел, его маман заявила сюда, выкрутила все розетки и сказала, что мой сын их ставил, и поэтому нечего, чтобы другие ими пользовались. Знаешь, что я тогда сказала? Я ей сказала, знаете что, там внизу такой прудик, потом там, значит, холм, мы на холме. Ты знаешь, вдалеке еще, по-моему, там церквушка была деревянная. Раньше третьего напитка еду не приносить. Ругаются, не ругаются, ничего не знаю. Сначала они поплыли, потом они поели, градус упал, надо догнаться. Надо. Алкашка-то всегда дороже, чем еда. У меня за месяц в 2 раза сборы выросли. Как будто у меня народу больше стало. Я же в последнее время смотрю только РЕН-ТВ. Там хотя бы есть Осокин, Максимовская. Ты понимаешь, даже если они всю правду не скажут, они же хотя бы намекнут. На горяной неделе русалки сидели. Рано-рано русалки сидели на кривой березе. Хей! Рано-рано на кривой березе, на прямой дороге. Хей! Рано-рано! Елизавета Дмитриевна, когда к вам по этикеткам подойти? Если можно, завтра, пожалуйста. Благодарю вас. Население Земли. Конкретно северные народы. А уроды эти там зачем? Это Петр Первый собирал. Мода такая была. Эпоха барокко. Мементо море. Помни о смерти. Я тебе так скажу. Если я вчера вечером пою народные песни, то утром я без всяких уродов буду о смерти помнить.
Слушай, зачем тебе уезжать, а? У тебя же все равно отпуск. Оставайся у меня. Да с удовольствием. Мить, тебе чаю сделать? Сделай мне лучше кофе. А тебе с молоком или без? Муся моя, ну ты же знаешь, что без молока. Для чего спрашивать? Может, я хочу лишний раз твой голос услышать. Так, ну мы определились с Гетеборгом. Едет Ларионов. А почему, собственно, Ларионов? Ну, потому что мы отправляем Индонезию, а Индонезию хранит Ларионов, напоминаю. А ничего, что едут обе Америки? Одну хранит Слепакова, другую храню я, а едет Ларионов. У Ларионова, между прочим, с 82-го года выставка лежит неразобранная. Ты бы, Лен, зашел к нему в хранение и приподнял бы тряпочки, под которыми все прикрыто. Видите ли, Кирилл Владимирович, у Ларионова огромные международные связи. Он в Европу еще парторгом ездил. Накоплен колоссальный опыт межмузейных контактов. И заметьте, Кирилл Владимирович, это без знания хотя бы одного иностранного языка. Все пантомимой, так сказать. А выставки разбирать это и мы можем. Ну что же я могу сделать? Вы прекрасно знаете, что эту выставку ведет Гаврилова. Я не понимаю, у нас кто директор, ты или Гаврилова? Гаврилова наш будущий директор. В перспективе, когда она Ленечку съест. Между прочим, я от музея вообще только в Таллин ездила. Вы сначала кандидатскую защитите, а потом права качайте. Правильно, посмотри на нас с Воронцовой, Наташ. Мы давно защитили диссертации, и перед нами сразу открылись громадные перспективы. Только за прошлый год Государственный музей антропологии и этнографии отправил нас в увлекательнейшие творческие командировки. В Анадырь, на Рьянмар. А была ли ты на Кушке, Наташка? Между прочим, я предлагал Лизе Стамбул. Она сама отказалась. Правильно сделала, потому что нечего девушке одной в Стамбуле делать. Я не сплю. Что вы от меня хотите? За что вы так издеваетесь надо мной? Да, да, пойди, припади к широкой гавриловской груди. Она здесь единственная, кто тебе добра желает. Лиза, ты помнишь, что сегодня у Розенталя защита? Помню. Кирилл, а давай убьем Ларионова. Что это? Сейчас увидишь. Это мой тебе подарок. Оп. Так. Так. Фух. И запомни, красный твой цвет. Что это такое вообще? Это щипаная норка, между прочим. А это... Это тебе вместо Тышмана, которого я испортила. Вот. Петр Первый. Очень хороший художник. В галерее на Невском взяла. Горобченко. Знаешь такого? Нет. Ты чё? Вся Финляндия от него торчит. Так. Боже мой, ты что, все деньги потратила, что ли? Так, ну, во-первых, не все. Во-вторых, мне еще пришлют. Ну как, нравится? А? Я рукою гладила теплый свой жакет, не открыла матери я ее секрет. Лишь душа безгрешная, лишь родная мать. Может, так заботливо и так свято лгать. Ты о нем не подумай. Наташа, не плачь. Хоть теперь не живет вместе.
с нами. Дед твой отец тебя любит и помнит. Просто он сильно пахнул ногами. Просто он сейчас ушел за грибами. Просто он был кретин с усами. Просто он стал встречаться с парнями. Причем хорошая же песня. Конечно. Лишь ближайший родственник, лишь родная мать может так бессовестно и так нагло лгать. Митя, а спой птицу. Да надоел уже птицу петь. А вот Лизон не любит. Господи, ну хватит уже кокетничать. Давай, пой уже. Спой португальской лучше. Да, кстати. Тебе же она тоже не нравилась. С годами привыкла. Может, ты ко мне с годами привыкнешь? Нет, мне это вредная привычка. Я ее уже поборола. А вы что, раньше женаты были? Нет. Да. Не встречались. Ой, а я португальскую ни разу не слышала. Да ты что? Угу. Ну, я обычно на бис пою. Ничего, что я между вами тут сижу. Ну, пожалуйста. Давай, пой уже, ну. Que triste enredo. Vi no sonho meu ombro queimado por toque de dedo. Ребят, ребят, вы знаете, что Вика потрясающе поет народные песни. Вик, спой, пожалуйста. Лиз, ты что? Курица. Вика вкусная сегодня. Это утка. Кстати, вот эту утку готовила Вика. И вообще, все, что сегодня за нашим столом было приготовлено Викой. Ну, пожалуйста, спой. Не, я опять не буду. Ну, пожалуйста. Да не буду я петь. Ребят, ну, Вика, я вас умоляю, спойте, пожалуйста, она ведь не успокоится. Ну, ты же прекрасно поешь, давай. Сейчас, подожди. На горяной неделе русалки сидели рано-рано, а русалки сидели на кривой. Рано-рано на кривой березе, на прямой дороге. Рано-рано просили русалки и хлеба, и соли. Рано-рано. Потрясающе просто. Ну, здорово, да? Здорово. Отлично? Круто. Интересная песня. А сладкое это будет? С коньячком? Ну, все, понятно. А у нас есть? Лёнечка поел, все остальные по боку. Слушай, а тебе не кажется, что она все-таки хабалка? Мне кажется, так говорить просто жубокство. Из-за этого я как раз и разругалась вдрызг с Кириллом. Поэтому его нет. Ты что, напугал, что ли? Слушай, я вообще потом расскажу эту историю. Но вообще она классная деваха. И мне с ней очень интересно. Понятно. Очередной больной Оливуд. Понимаешь, у них до сих пор не может собраться экспертный совет. Сначала должны были в феврале, потом в марте. С марта перенеслось на апрель. С апреля на май передвинулись. В июне они все ушли на каникулы. Я тебе могу сказать, куда я писал. Минкульт писал, в городской комитет по культуре писал, в законодательное собрание писал, в Совет Федерации писал, в общественную палату. У нас барышни заскучали, пора по домам. В Совет при президенте писал, в общественную палату писал. Ты про общественную палату уже сказал. Пойдем, Лёнь. Да? Нет, с Галей мы жили в одном доме. Кооператив художников. У нее отец художник, у меня отец художник. Потом, когда папа умер, я сдала квартиру и переехала сюда, в мастерскую. А еще мы с Гальком ходили в художественную школу. Потом она поступила на архитектуру, а я поступила в университет. И ты знаешь, там как раз мы все и перезнакомились. И Леня, и Кирилл, а Митька тогда уже был аспирантом. А Митя спит с Наташей?
Слушай, Митя спит со всеми. Я единственная из нашей компании, кто показал ему бикар. Кого? Это такой музыкальный знак, означает отмену ноты. А мне показалось, что у вас с Митькой что-то есть. Да ты что? Митя! Это же Митя! Ну, конечно, в молодости он мне нравился. Он даже за мной ухаживал. Но ты знаешь, Митя все-таки бабник, и это ужасно неприятно. Слушай, у вас такие бабники, соплей перешибешь. Давай венца! Давай. Слушай, Вик, ну поешь ты все-таки великолепно. Ой, слушай, я-то свой голос пропила, прокурила. А вот Женька моя поет. Вот это голос. Кто такая Женька? Женька – это Дженис Валерьевна Никонова, дочка моя. У тебя что, дочка есть? Угу. Сколько ей лет? 16. Кто ж ты ее родила-то? В 10 классе. Почему Дженис? Потому что у нее папа был рок-музыкантом, а мама 17-летняя дура. Ну вот и назвали ее в честь Дженис Джоплин. А где она живет? У тетки в деревне. А почему? Слушай, я тебе потом расскажу. Может, продолжим? Человек, прям униформа какая-то. Я там вначале что-то сидела, что-то комплексовала, думала, вот какие же они все молодые, такие все свободные. Ничего они не свободные. Я насчитала 42 человека в кедиках, а один вообще во Вьетнам. Опа, какая жопа. Ты что, блядь, какая жопа? Ты что? Ах ты, сука. Чё? Ужас какой-то просто. Капец. Сука, главное, я ему по яйцам зацепила. Винище жалко. Слушай, я считаю, нам надо куда-нибудь поехать выпить. А? А спать-то мы вообще когда-нибудь будем? Мой бывший отец Дженис. Он в Питере проездом. А мне деньги через него передали из Йобурга. Он там сидит. Только ты не пугайся. Он сейчас уйдет. Здрасте. Валерий? Здравствуйте. Отец Валерьян. А вы, значит, Лиза? Да. Очень приятно. Ну что ж, я не буду вам мешать. Давай садись. А вы нам не мешаете, наоборот. Присаживайтесь, выпейте с нами. А
Вы к нам тут по делам или... Или не по делам? По делам, по делам. Угу. Валерка в Лавру вашу приехал. А. Ну, спаси Господи. Спаси Господи. Отец Валерьян. Какой ты мне отец Валерьян? Ты лучше скажи, ты у дочки-то нашей был? Отец. Был. Прошлый вторник. Ну и как? Опять порвались из-за телевизора. Слушай, пусть она уж лучше у телевизора сидит, чем хрипнуть не успеешь, как бабушка с дедушкой окажемся. Ой, Виктория, о чем ты говоришь? Ей всего 16 лет. Чего? Тебе напомнить, сколько мне было, а? Лиза, а вы Викторию не бросайте, ей туго в жизни пришлось. Знаешь что? Я тебе сейчас тресну бутылкой по башке. Тебе тоже очень туго придется. Знаешь что? Иди отсюда. Давай. Тошнит уже на твою постную рожу смотреть. До свидания. Вали давай отсюда. Пожрал, попил, поковылял молиться. Ох, бесы тебя крутят, Виктория. Ахиресы меня крутят. Отец Валерьян. Ой, платьишко-то помялось. Ну ничего, матушка погладит. Давай в подъезде вот это вот закончишь уже. У матушки у его вот такая жопа. Давай выпьем. К тебе можно? Нет, нельзя. Зачем тогда спрашивать? Из вежливости. Послушай, я ходил говорил ее, что ты должна ехать с Ларионом вместе в Гетебург. Кто тебя просил? Я не собираюсь никуда ехать. Слушай, ну хватит вам. Во-первых, я ничем не хочу быть обязана этой партийной суке. А во-вторых, если уж на то пошло, то ехать должен был бы Митя. Ну, ладно, Митя, мне как так насрать? Замечательно. А я вот не хочу занимать чужое место. Тебе это не приходило в голову? Не пробовала разговаривать в разминке из школьной программы. Только тише, потише. Там Вика спит уже. О, она уже сюда мужиков ходит. Участвовать. Ну. Часом посмотри. Часом разберу. Чего же трогательное существо? Я же ей вчера сказала, что смотрю только РЕН-ТВ. Ты представляешь, ей перевели деньги, она тут же их спустила мне на подарки. Причем ты бы видел эти подарки. Это какой-то ужас нечеловеческий просто. Ты будешь вино? Да. И какая широкая натура. Какая живая. Сама видна. Ты знаешь, и она далеко не дура. Слушай, я твой пылесос починку взял. Через неделю будет готов. Ну, спасибо. Знаешь, она всего 3 дня в городе. И у нее уже какие-то там друзья-музыканты здесь есть. Потом она поперлась в какую-то галерею. И ты знаешь, она совершенно ничего не боится. Не хочешь на выходные к Алене со мной съездить? Она из Испании вернулась, зовет на хамон. И, кстати,
Она посмотрела там у них, видимо. Твоя теория по поводу бивня оказалась правильной. Ну, посмотрим. Ты знаешь, я последнее время думаю, как ужасно несправедливы мы к нашему народу. Мы его просто не понимаем. Вот Вика, она же и есть тот самый народ. Да, у нее ужасный вкус, да, у нее хамские манеры, да, она одевается как проститутка, но при этом какая витальная сила, какая она яркая, сколько в ней всего намешано. Слушай, ты можешь говорить о чем-нибудь еще? Мне за тебя просто тревожно становится. Ну ты не понимаешь, вот за этой внешней грубостью там есть и житейская мудрость, и юмор, и жизнерадостность, и способность выжить в любой среде. Как у крыс. Фу. Ну как тебе не стыдно? Неужели ты правда не понимаешь, что мы перед ними виноваты? Ну мы же с детства читали книжки. У нас были интеллигентные родители. Нас водили в музеи, в театры, нам помогали поступить в университет. А что видели они? Ты подумай, какая страшная судьба у этого народа. Что? Что ты смеешься? Ты что думаешь, я что-то смешное говорю? Поразительно. Но в разговорах о народном горе в тебе неизменно просыпается сексапил. Ты дурак? Постель, конечно, заправляю я. Все как обычно. Ты бы оделся? Ты здесь не один все-таки? Доброе утро. У нас есть еще что-нибудь пожрать? У кого это у нас? Здесь творог стоял. Ты что, его съел? Да. Это мой творог. Да что значит твой? Я вообще на твоем месте поменьше зацикливался на еде. Ты знаешь, на твоем бы месте я бы уже ехала домой. Отлично. То есть я у тебя типа тренажера сексуального? Очень постарался, но трудно. Слушай, только не надо вот преувеличивать. Кто еще старался? Вот вопрос. Так, там розетка не работает. О, доброе утро. Дорогая. Ты, наверное, слышала от подруг, что сексуальное возбуждение у мужчин тесно связано с визуальными впечатлениями от объекта. То есть твоя Ирина Петровна – это просто гений чистой красоты, так? Гений. Я ее хотел значительно чаще, поэтому мы и развелись. Надо же. А я почему-то решила, что мы развелись из-за того, что мне надоело тащить тебя на своем горбу. Горба я у тебя ночью не заметил. А вот ноги, Лиза, надо брить. Так, ну-ка пошел нахрен отсюда. Вы уже встали. Доброе утро. Я сказала, стряснул отсюда быстро, чмошник вонючий. Шевелись, тебе говорят. Давай, давай батоны свои, собирай на... Тихо. Рот закрой. Ну, что ты переживаешь? Ну, свинья твой, Кирилл, я тебе говорила. Мужики всегда по-больному бьют. Ты похудеешь, стопудово тебе говорю. Хочешь, я тебе воск сделаю, эпиляцию, а? Какая же я дура, какая дура, господи. Да ну, ничего ты не дура. Ну, у тебя мужика просто давно не было. Ну, это нормально. А бывший – это как бы родственник. Тебе что вот, а? На вокзал надо было пойти. Ты знаешь, у меня когда Валерка присунет, потом всегда наглел. Дура. Ты не дура ты. Да не я дура, ты дурочка. Люзок, а давай вечерину забубеним. А? Жизнь офигенная.
Не жизнь такая, мы такие. Вот. Лиза. Лизо. Ку-ку. Понятно, на измену села. Вылезай давай, Лизок. Давай. Давай. Опа. Ты чё? Давай. Ну. Да, водка была вчера лишняя. Блин, шланг коротковат. Вода скипела? Тащи. И соль. Пачку. Это, походу, наши гости ночные. Кто они вообще такие были? Держи. Да хер их знает. Я сама не помню. Как ты можешь? Противно. Я сейчас вырежу труп. Да фигня все это. У меня мать 5 месяцев от опухоли мозга умирала. Мне 9 лет тогда было. У нее совсем, когда катушка уже слетела, она говном этим в меня кидалась. Никто из соседей выдержать не мог. А тетка тогда на Камчатке была, ничего не знала. Так я в итоге тонны этого добра за ней вынесла. Фу. Так, лей! Пошла. Вика, ты не думала о том, чтобы перебраться в Питер? Какие там связи с общественностью? Держи. Слушай, она с людьми 2 слов связать не смогла. Что ты там бекала, мекала? А ты у нас яркая, спасибо. Общительная. Так, все, давай. Садись. Давай, давай. Так, 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 так. Давай, бери ручку. Так, 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 значит. Индия, Китай, Египет. Это я все потом тебе объясню, потому что надо будет, но немного. Европа. Значит, Европа. Давай, пиши. Античность, средние века, эпоха Возрождения, манеризм, не пиши, это тебе не надо, сразу барокко, рококо, кококо, рококо, классицизм, историзм, модерн, арт-деко, все! Слушай, ты главное держись уверенно, я тебе сейчас все объясню, это просто элементарно. Ты знаешь, что у тебя прекрасная фактура для телевидения? Правда, говор? Слушай, ну говор мы поправим. У тебя же слух отличный. Ну вот скажи, как будто... Как будто? Нет. Как будто... Как будто... Уже лучше? Слушай, ну юбки надо будет носить все-таки чуть-чуть подлиннее. Ну не как у меня, конечно. Просто чуть выше колена, хорошо? Надо будет кое-что почитать. Значит так, пиши. Карамзин. История государства российского. Пушкин. Капитанская дочка обязательно. Я читала Капитанскую дочку вообще-то. Вычеркивай. Не, по-моему, я не подхожу на эту работу. Ну что ты говоришь глупости? Ты сейчас мгновенно во всем разберешься. Слушай, я уверена, что они тебя заберут на телевидение. У меня есть знакомая редакторша. Правда, она в детской редакции, но они же там все связаны. Так что надо годик помелькать. Давай, пиши. Итак. Древняя Греция. Я им говорю, контент канала должен определяться только одним – добротой. Если ребенок с детства смотрит «Южный парк», то почему мы потом удивляемся, что он матом ругается в 5 лет? Спасибо еще, что хоть по-русски ругается матом. Мне тут сын нашей режиссерши сказал. Факов, тетя Марина. Я потом говорю, Нина, а вы не пробовали своему мальчику русский мультик показывать? Нарштейн, например, «Ежик в тумане». Знаешь, что она мне сказала? Мне некогда. Совершенно хамским тоном. Слушай, ну сейчас это везде просто. Ну, а что ты думаешь-то по поводу нашей? Ну, а что думать? Я завтра же поговорю, мне кажется, прекрасные шансы.
У них там проблемы с утренним эфиром. Никто не хочет приходить на работу к 5 утра. Со мной там считаются. Я позвоню. И 5 лет уже в клубе «Шамбала», в том числе в пиар-отделе. Последние 2 в качестве хостес. Культурную программу я утверждаю с нашим директором клуба и арт-директором. Очень интересно. По-моему, я ему не понравилась. Да нет, да ну ты что? Ты ему очень понравилась. Ну, просто это же не делается за один момент. Ну, там надо подумать, с чего начать там твое оформление. Да нафига это надо-то, а? У каждого человека должно быть частное пространство. Если ты, например, спишь или читаешь... Давай. То хотя бы... Ой, а я, например, что-то делаю, и кто-то пришел. Фу. Так у тебя будет иллюзия своей собственной комнаты. Да. Не, без мужиков мы это не сдвинем. Так, ну подожди. Алло, Мить. Привет, что делаешь? Слушай, можешь прийти помочь нам мебель подвигать, а? Угу. Давай. Сейчас придется. Он что, за дверью стоял? Нет, это Надя, домработница. Привет. Здрасте. А, это вы из Перми? Из Екатеринбурга. А, ну да. Ага. И сколько ты ей платишь? Да немного, 500 рублей. Ты что, больная? Почему? Нафиг тебе домработница за 500? Я тебе все бесплатно убирать буду. Так, давай двигать. Давай. Надя, это двоюродная сестра Кирилла, совершенно несчастная баба. У нее муж алкоголик, дочка наркоманка. Все сидят у нее на шее, а она крутится на 3 работах. Стоп. Так, ну куда я посмотрю? Нет, ты знаешь, наверное, так будет некрасиво. Так он будет торчать прямо посередине комнаты. Ну давай, если мне тут жить, то будем делать, как мне удобно. Ну ладно. Все, чуть-чуть. Все. Просто репка какая-то. Причем я в роли мыши. Вот. Сейчас как раз я вот это все уберу. А что, раньше некогда было? Я, кстати, вино привезла. Как думаешь, мама? На. Спасибо. О, 20 копеек. Действительно. Чего ты тут шваброй лозишь? Взяла тряпку, нагнулась раком и пошла. Слушай, ты тоже как маленький. Да ты сюда. Дело же не в творге, как таковом. Ты же понимаешь. А я считаю, нельзя разводиться. Вот шкаф теперь сама и двигаешь. Все же на себе тащишь. Зато ты при мужике, я слыхала. Нет, девочки, у него синдром незаконченных отношений. Ему просто не дает покоя мысль, что у меня может все хорошо быть в жизни без него. Поэтому он и лезет. По-моему, это совершенно не похоже на Кирилла. Ну, понятно, ты всегда на стороне Кирилла. Я никогда не скрывала, что Кирилл мне нравится. А чего вы вместе тогда не живете? Ты просто не знаешь, что он за человек. Он, Вика, была в шоке, когда он меня здесь унижал. Я считаю, какая разница, что мужик ляпнул. Вот мы с моим целыми днями собачимся, и ничего, прекрасно. Уже ты, мужиковец заслуженный. Молчи уже. Галь, там все не так было. Мусор вынесу. Наша ему дала. Утром проснулась, ей стыдно стало. Но она гавкнула на него. Гавкнула один раз, потом второй раз. Ну, на третий раз он ей ответил. Ответил по-свински. Ну, я его вышибла нахрен отсюда. Вик, ты как-то все очень примитивно понимаешь. Вик, может, вы присядете к нам уже наконец? Дверь у них нараспашку. Ну, что двигать будем? Сначала у нас в пиар-отделе, а потом, возможно, на телевидении. Мы уже встречались с Маринкой, и она очень оптимистично смотрит на это. Может, сразу в Кремль? Ну что ты иронизируешь все время? Ты знаешь, что Вика читала классику? Она вообще очень восприимчивый человек. Вика, она вас может задушить своей любовью. Вы с ней поаккуратнее, пожалуйста. Ты про Алюту рассказывал? Это вообще была комедия. 2 года назад, да, она притащила откуда-то Алиута. Ну, естественно, поселила его у себя. Но Алиут оказался болен туберкулезом. Так вот, Лизавета решила его вылечить. 4 месяца она его лечила. До главного фтизиатра города дошла. А Леут от этих забот ушел в жестокий запой и сбежал. Потом Лизавета, конечно, по всем ночлежкам искала, но, слава богу, не нашла. Ха-ха-ха, очень смешно. А что, по-моему, смешно? Кто такой Леут? Житель Аляски. Ну, давайте уже выйдем. Давайте. Как зажечок. Оставили только треть. А
А я тогда на гормонах сидела. Ты понимаешь, такой огромный холл, это не просто нефункционально. Это как отапливать-то, я не пойму. Так мне одна женщина в поликлинике говорит, кору дуба пить надо. Я ему объясняю, сделайте на 2 этажа. Нет, ему надо 3. И знаешь почему? Я говорю, кора дуба, это же от горла. Она говорит, а там все взаимосвязано. Потому что его идиотка жена приперла чудовищную дворцовую люстру из Италии. Митя, а что ты только ей рассказываешь? Нам же тоже интересно. Да еще маленький. И еще, я думала, что у меня поджелудочная. А она так посмотрела на меня, причем у корней волос смотрела. И говорит, не-а, это надпочечники. Надь, ты достала всех своим здоровьем. Она так часами может. А который час, кстати? Без 11:12. Ой, матушки мои, все, побежала, извините, ради бога. Надюш, спасибо огромное. Так. Пойду-ка я займу свое личное пространство. Ты с ума сошла? Почему? Ты действительно считаешь, что в музее этнографии пиротдел может руководить чудище? Нет, мне понятен твой научный и чисто антропологический интерес к этому существу. Это ты не понимаешь. В нашем болоте должен быть хоть один нормальный человек. Мы же сборище аутистов. А она яркая. Вульгарная. Коммуникабельная. Нахальная. Тебе надо просто посмотреть объективно. Ну ладно, я. Я могу ошибаться, я могу попасть под обаяние. Ну, Галя-то наша, она же абсолютно меняемый человек. Так вот, она практически влюблена в Вику. В человеческом плане, конечно. А Марине на Шепелёва с телевидения, помнишь? Так вот, она в восторге. Они, кстати, должны мне звонить на днях. Они хотят позвать Вику на утренний эфир. Потому что, Ленечка, то, что ты называешь вульгарностью, вообще-то называется харизма. Мить, ну больно. А ты расслабься, я тебе говорю. О, неожиданно появились наши друзья, как в дурной пьесе. Ну и моя реплика, что? Собрание на кафедре отменили? Ну, конечно, без тебя же вся работа встала. Митя, а что ты тут делаешь? Тоже ничего, реплика. Массаж. Ленечка, а вы когда собираетесь меня трудоустраивать? Я тут уже засиделась. Понимаете, Виктория, решение принимаю не только я. Ну, поговорите с кем там надо, я не знаю. Поторопитесь уже как-то, а? Могут возникнуть определенные сложности. Например, у вас нет специального образования. Да на черта она мне упала. Вон она сидит, мое специальное образование. Или вон Митьку можно припрячь. Да, вон он какой энергичный. Вообще-то у научных сотрудников есть основная работа. Да видела я их работу, вы чё? Сидят там, бумажки перебирают, да в банки стеклянные пялятся. Короче, я у вас там порядок наведу. Вы у меня все летать будете. Я всегда говорил, что музею нужна строгая хозяйка. Доминатрикс. Гаврилова не годится, она страшная. Ну все, хватит уже. Я, пожалуй, пойду. Я с тобой. Девчонкам надо пошептаться. Ну, давай. Эй, ты что, сердишься? Что, он из тебя пришел? Ну что, ни с кем нельзя общаться? Объясни, на что ты злишься? Если надо объяснять, то не надо объяснять. Это Зинаида Гиппес сказала. Поэтесса такая, серебряный век. Понятно. Ну, прости, я больше так не буду. Честное слово. Не, и потом, нет он вообще никак. Я бы с ним не стала. Ты чё? Я мужика посмотрю и сразу вижу, какой он в постели. Поверь мне, этот ни о чем, как кролик. Господи, так давай, пожалуйста, без подробностей. Ну, извини. Ну, Лизок, ну я реально иногда берегов не вижу. Ты говори мне, тормози, ладно? А?
Хочешь, пойдем позанимаемся? Пойдем в кино. Пойдем. А с другой стороны, я этого героя понимаю. А с Хачей реально жизни нет. И то, что он его убил, так они сами звери. Слушай, что ты несешь вообще, а? Ты понимаешь, что это фашизм? Вот ты только что посмотрела про это кино. Вот как Гитлер уничтожал евреев. Вот что евреи, что кавказцы, в данном случае это одно и то же. Потому что если сегодня можно сказать «режьте черных», то завтра можно будет сказать «режьте рыжих». А послезавтра сказать «режьте с Екатеринбурга». А потом вообще можно сказать «ну, режьте тех, кто ходит там в туфлях на каблуках». Не, ну я понимаю. Но они же первые начинают. Первые? Тебе вообще никогда в твою голову не приходило, что это мы, русские, к ним пришли и навязываем свои законы? Они, между прочим, нас не звали. Я, по-моему, тупая. Писька, извини меня. Господи. А вот этот вот дом, это и есть целый ку-ку-ку? Это не ку-ку-ку, а ру-ку-ку. Ну, ру-ку-ку, неважно. Совершенно верно, ты просто молодец. Ну, вот видишь, угадала. Сейчас еще угадаю. Ну, давай. Два этажа, третий надстроенный, потолки невысокие. Пушкинская эпоха. Отлично! А вот это вот, а вот эти тетки Атлантиды. Да, только креатиды. А Атлант это дядьки. Блин, какая сумка, капец. Послушайте, Галина, в Италии мы выходили из дома прямо на террасу. И тут мы тоже хотим выходить из дома прямо на террасу. Хорошо, но вы понимаете, что она у вас 9 месяцев в году будет стоять в снегу. Здравствуйте. И когда мы говорили с вами о проекте, никакой речи не шло о средиземноморской террасе. Галя, вы архитектор. Сделайте там подогрев. Мы с Ириной так любим дышать свежим воздухом. Послушайте, ну вы же потом сами обвините меня в непрофессионализме. Галя, я жду ваших предложений, хорошо? Всего доброго, Галина. До свидания. Ненавижу разговаривать с заказчиками, ненавижу. Топором их всех, что ли, зарубить, я не знаю. Ну, чего ты так заводишься? Да потому что пускай сами строят эту дурацкую террасу. Пошли не к черту. Может, это неплохая идея. Пускай твой Вик встречается с этими ослами, выслушаем писет в бред, а потом ко мне в письменной форме. Писать-то она надпись умеет. Ладно, сейчас заедем ко мне в офис, возьмем папку с проектами. Потом я ей позвоню, все, объясню, что к чему. Может, что-нибудь получится. А все эти твои затеи с телевидением вообще полный бред. Ничего удивительного, что Марина трубку не берет. Не понимаю, почему нельзя просто признаться, что не получается. Я ей звоню как в ЖЭК каждый день. Ну, отказала бы и все. Привет. Ну, конечно, узнал. У друзей сейчас. Привет. Здравствуйте. Я помню компьютер, но есть один вариант. Англия. Да, 15 рублей. Вика, можете на минутку? Наконец-то! Ты где ходишь? Тут целый концерт был. Слушай, а что с моей комнатой? Там дверь не открывается. А я замки вставила, чтобы туда никто не ходил. Вот ключ. Тебе белая или красная? Thank you.
не слышишь? Тебе так и скажи, Вика, ты мне надоела. Я жду тебя, людей специально для тебя позвала. Хотела, чтобы ты с ними пообщалась. Что такое? Нельзя никого звать? Ты же сама сказала, чувствую себя как дома. Что я замок вставила? Так у тебя же тут тышманы и все такое. Там-то я могу проследить, но я же не могу быть везде. Пожалуйста, если хочешь, я завтра вырежу все замки. Вик, я просто устала. А зачем ты полы моешь? Надя же должна прийти. Надя приходила. Я ей сказала больше не приходить. Не волнуйся, я ей денег дала. А зачем ты это сделала? А затем, что моет она хреново. Ты вообще не заметила, что у тебя уже неделю чисто? Нет. Тебе чай заварила. Ромашковый. И мед там. Выпей пока горячий. Спасибо. Вика. Полежи со мной, пожалуйста. Ты знаешь, там у Гальки в архитектурном бюро работа есть. Она говорит, интересная. И деньги неплохие. А как телевидение? Что-то там на телевидении как-то все очень медленно решается, а это проекты. Там надо с заказчиками встречаться. Она сама позвонит тебе, расскажет. Ну и платит прилично. По-моему, это говно какое-то. Кто ж в этом жить-то будет? Коробки какие-то. Ну, это сейчас очень модный стиль. По-моему, это очень говенный стиль. Надо же как-то перекантоваться, пока с телевидением там решается. А меня в плане перекантоваться твой музей вполне устраивает. Ну, просто посмотри, подумай. Ну, чё, мир? Ты с тобой не ссорилась? Ты не переживай про Надьку, я нормально с ней вполне поговорила. Ты хочешь быть хорошей, доброй, благодетельствовать кому-то, а я не хочу. Я не хороший, не добрый и не благодетель. Мне нужно, чтобы музей работал. Ты намечтала что-то такое, а теперь все немедленно должны эту мечту воплощать. А благотворительствовать за чужой счет, Лиза, это не лучшая стратегия попадания в Царствие Небесное. Это не нужно никому. Прежде всего, ей. Лиз, мы дружим много лет. Вот скажи, вот ты сама хоть на секунду веришь в то, что она может тут работать? Верю. Ты понимаешь, что ты идиотка? Что вся твоя возня с сирыми и убогими – это комплекс бездетной бабы. И ничего больше. Тебе надо поехать проветрить твою голову такую. Может, тогда хоть что-то поймешь. Но нельзя в 40 лет быть пионеркой. Ты даже не пионерка. Ты командир звездочки. Ты инфантин, ты упрямая и глупая. Ну, мне не 40 лет. А во-вторых, не смей на меня никогда больше орать, понял? Ой, какие хорошие, а? Ну какие хорошие! Нам как раз мальчишкам-то и не хватало. А кофточка им есть? Да, вот в той коробке на дне есть. Там еще пеленки, подгузники, соски, бутылочки, в общем, все как обычно. Вы мои золотые. А я смотрю, 25-е число на календаре. 25-е! Где моя Лизочка с девочкой? Да нет, нам просто в этом месяце зарплату задержали. А тут бывает. Шоколадки нянечкам, чай. Это все лишнее. Это, вот это все лишнее. Но я очень благодарна. Очень благодарна. Какие люди бывают. Но к деткам я вас сегодня допущу.
карантин у нас. Ну что вы, Наталья Марковна, мы и так торопимся. Да подождите, ну я вас хотя бы расцелую. Ну хоть расцелую вас. Ой, ой. Слушай, я реально боюсь. Мне кажется, она по ночам детей душит. Все-таки правильно ты придумал, что мы даем ей деньги. А приятно быть хорошим человеком, правда, Лизон? Слушай, ты фантастически умеешь все испортить. Да ладно тебе. Пошли лучше выпьем что-нибудь. Я приглашаю. А что это так вдруг, а? Получилось некрасиво, но оправдываться я не буду. Честно, не я. Я правда не виноват. Лиза, это он, это не я. Уйди, пожалуйста. Да, да. Дверь закрыть. Лиз, я котлетки тебе сделала. Под дверью тут ставлю, не наступи. Не знаю, как это получилось. Он пришел, слово мне не сказал, сразу полез. Я не хотела, правда. А что мне надо было? Ментов вызывать? Так я же без паспорта и в чужой квартире. Меня бы и загребли.
Лиза, выходи, 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 Лиза, выходи. Лиза, выходи, Лиза, выходи, Лиза, выходи, Лиза, выходи, Лиза, выходи. Как ты можешь оставаться здесь после всего этого? Что ты вообще тут делаешь? Ты что, правда ждешь, что тебя возьмут на телевидение? Так тебя не берут туда. Тебя даже в музей не берут. Потому что ты хабалка. Потому что ты дрянь. Потому что ты шлюха. Тебе вообще что от меня надо, а? Приручила. Пришла. Я же обещала. Так, а на работу ты забила, что ли? Да, просто я плохо себя чувствую. Да, выглядишь ты действительно неважно, прямо скажем. Спасибо, Митя. Могла бы дома посидеть. Наташа. Я так уже 4 дня дома сижу. Слушай, моя, ну почему я должен всегда тебя искать? Так, Антон, держите. Нам кто-нибудь поможет? Вадик, иди сюда. Вадик! Леонид Геннадьевич, раз уж пришел, иди вставай, возглавляй коллектив. Ну, а что ж ты не привела мою нежнейшую подругу Викторию? Что, я должна была? Да, почему бы нет? Политическая борьба сближает. Недостаточно сейчас не сблизиться? Мне кажется, недостаточно. И что, скучает ли по мне моя Виктория? Слушай, откуда я знаю? Я не спрашивала. Ну, у вас уже так, Кирилл Владимирович. Какими судьбами? Или в вас проснулась гражданская совесть? Не, не проснулась, спит, как убитая, я за Лизой. Сюда ОМОН едет. А мне ОМОН не страшен. Пускай со мной умрет моя святая тайна, мой вересковый мед. Лиза, пошли отсюда. Слушай, да оставьте меня в покое. Я сказал, пошли, значит, пошли. Что происходит? Что тебе от меня надо? Надо забрать тебя, пока менты не приехали. Я не понимаю. О, ребята, мне кажется, у вас ренессанс. Скажи мне, сколько это будет продолжаться? Ты меня не любишь, я тебя не люблю. Мы 3 года в разводе. Из каких соображений? Ты дрезаешь круги вокруг меня. Ты вмешиваешься в мою личную жизнь. Ну, чувство долга. Какого долга, Кирилл? Ты мне ничего не должен. Я тебе вообще ничего не должна уже давно. Точно, ренессанс. Так, товарищи, нам предстоит немного пострадать. Я не поеду. Предложи меня. Я не поеду. Нет. Ты что, не зайдешь проведать свою подружку? Обойдусь как-нибудь. Что такое? Сюрприз. Пойдем. Давай. Слушай, ну долго еще? Сейчас, стой. Ну что, можно открывать-то? Да. Оркестр Туш.
арт-директор Санкт-Петербургского музыкального клуба «Молоко» Виктория Никонова дарит Елизавете Воронцовой этот прекрасный фонтан из натуральной бронзы. Кстати, я себе еще по интернету заказала диван и кресло, потому что на этом спать невозможно. Ты что, на работу устроилась? Ну, как нравится? Очень. Там еще музыка включается. Ты что, охуела? Да она убить меня хотела, понимаете? Убить! Все правильно? Угу, правильно. Вот здесь подписывайте. Можете идти? Девушка, подать опять рулетник. Не дам! Ну, извините. Я хочу забрать свое заявление. Мы поссорились. Мы с ней подруги. Нет, не отдавайте мне ей, пожалуйста. Заткнись! Дайте мне мое заявление. Не отдавайте мне ей, пожалуйста. Иди сюда. Я хочу домой. Дайте заявление. Мы с ней подруги. Нет, не отдавайте мне ей. Мы с ней подруги. Нет. Мы с ней подруги. Нет, давайте мне ей, пожалуйста. Слушайте, открывайте. Нет! Я с ней просто поссорилась. Это моя подруга. Нет, давайте мне ей. Это моя подруга. Нет, нет, давайте мне ей, пожалуйста. Мы подруги. Нет, давайте мне ей, пожалуйста. Где? Нет, давайте.